могу кому-то назваться добровольцем. Точнее, кто готов. Задача ваша. Наблюдайте внимательно, калибруйте. Дмитрий нам помогает. Следите за тем, чтобы Дмитрий вошел в состояние спокойствия, комфорта. Вам не видно, но вот этот листочек — это окружение. И переступаем на окружение. Кто может помочь включить проектор на время? Если Джейн... Позади вас нет никаких навыков. Убеждение ценности. Дальше можете перейти на убеждение ценности. Thank you.
чувствовал напряжение? Tension is gone. Pardon? Tension is gone. Tension is gone. And can you find a spot where you still feel tensed? Можете ли определить, в какой точке все еще испытываете напряжение? Дмитрий, считаете ли упражнение, которое вы прошли, полезным чем-то для себя? Мы потратили на него всего 5 минут. But that, thank you, но я благодарю за демонстрацию. Because otherwise people get bored. Нам нужно сейчас приостановиться, потому что иначе все заскучают. I have used this model when I model artists. And one artist, he went around 6 hours. And then he said, I want to make one round more. Then I said, only in the past. So we went to the park. Yeah, and of course, I did interview now at home. But if you use this system, you can ask this. Даже используя эту систему, вы также можете задавать вопросы. Yes. But you can also work in silent way. При этом вы можете работать в полной тишине. But nowadays, when I make therapy, сегодняшнее время, когда я провожу терапию, clients are about 30 minutes completely silent. Часто замечаю, что и на протяжении 30 минут клиент может абсолютно полностью молчать. But it's not this method. Но не по этой методике. But I wanted to solve this because this is very simple and easy. Хотела бы продемонстрировать вам именно эту модель, потому что она очень проста. And you don't have to know so much interviewing skills if you do this. И для того, чтобы использовать эту модель, глубокими навыками не нужно вам обладать. Okay. Хорошо? Да. So, questions. Вопросы? Уровень назвали история. Может, я не знакома, что это за уровень? Поведение, как-то не так перевели? We have a view of one of the levels for history. Yeah. Maybe there's a thing for it. I put him, I added it. Yeah, I put him, specifically. So it's not Dilts pyramid? No, it's not pyramid at all. Совсем не пирамид. It's a flower. It's a
И с этими объектами мы должны что-то сделать. But in this model, но в этой модели people are subjects. Люди субъекты. But they become visible to us. Таким образом, они становятся для нас видимыми. They get their own voice. Они получают как бы свой собственный голос, право своего собственного голоса. And they can tell their own story if they want. И если решат, они могут сами рассказать свою историю. That's the point. And that's why the flower. В этом смысл, и вот почему цветок, вот почему наша ромашка. Вопрос. Когда начинает работать, вы делаете какое-то введение, да, или объяснение, если они хотят ответ. Обычно не хотят. Человек, у которого две идентичности, как, например, человек
живший в России, но переехавший в Украину. Две идентичности. Россиянин и украинец. Две истории, две среды, два окружения. Что тогда делать? И можно ваш вопрос продемонстрировать, Лори, если возможно. Было бы интересно. Если у нас в зале есть кто-то, у кого две идентичности или другие, то я могу. I was both in identity and now I'm in history because it's my history. Fine there. Yes.